Здравствуйте. Наши сказочные гости. Хотите посмотреть, что мы уже сделали с нашей мебелью? Так, вот наша ванная. Такая вот красочная. Таких голубых и зеленых, розовых тонах. Там у нас скамеечка с цветком. Вот она. Вот наша ванная. И вот крючки. Даже снимем и покажем. Вот такие вот крючки. Проволока, обмотанная бумагой. Картонка. Вот сзади она не покрашенная, потому что она будет потом приклеена к стенам. Но это все произойдет после того, как мы уже покрасим наш домик. Вот. А пока мы ее обратно туда. Так. Вот наше зеркало. Какое красивое зеркало получилось. Это мой ребенок покрасил. Мы вместе с ней делаем этот домик. Она красит и я. А это наша спальня. Так, что тут у нас в спальне изменилось? Она уже более красочная теперь стала. Вот наши картины. Сказочные. Сказочные картины. Да. Так, тут наш столик со свечкой. Шкафчик такой стоит. Вот наша кровать с цветочками. Тоже я разукрашила. Тоже ребенок, да. Даже постелька уже готова. А это наша ширма. Вот она у нас такая вот получилась. Это мы все разрисовали. Вот наша картина. Это же будет дом феи? Наверное. Ну и обязательно. Может быть, это ее портрет. Нарисовала. Да. О, а перо у нее лежит здесь, на ее стульчике. Вот оно. Еще перо надо будет немножко этот более разукрасить. Там ее блокнотик. Стульчик, на котором она будет сидеть. Скамеечка. Горшок с цветком. А теперь переходим в нашу гостиную. Опа! Смотрите, как легко. Раз. И внизу мы оказались. Так, а тут у нас вот что. Это у нас столовая в этой части. У нее только два стула. Все остальные прилетают со своими. Они же феи. Им больше и не надо. А она много гостей, наверное, не принимает у себя. Правда?
Она так, понемножку. Сначала ты, потом ты, потом ты. Да, чтобы каждому уделить внимание. Так, а вот там у нас тарелочки. Но их, наверное, плохо видно. А мы сейчас их поближе покажем. Опля. Вот такая вот тарелочка у нас. Тут, о. Еще надо ее будет покрыть лаком. Это вот такая тарелочка. Еще есть голубенькие такие. Вот такие вот у нас еще есть. А чашечки. Какие миниатюрные чашечки. Вот. Должно быть лак покрасить. Да, это все надо будет покрыть. И это блюдечко такое. Вот такая чашечка на таком блюдечке. Правда? Красотища. Все. У них уже может быть здесь этот чаепитие. Вот ее там коробочки, книги. А там внутри... Диванчик. Вот что там внутри. Диванчик. Мы его сейчас вытащим и покажем поближе. С красивой подушечкой. Угу. Камин, в котором еще нет дров, но будут. Да? Зеркало над ним. А он что, фене, ну, не нужны дрова? Не, почему? Она веточки туда собирает. Она же маленькая. Ей веточек хватает. Но для нее... Ей не надо, но она хочет. Да, нет. Для нее этот легче, наверное. Хотя для нее веточки все равно, что для нас дрова. Правда? Так. Мы сейчас поближе покажем. Кресло. Сейчас мы вытащим кресло. Опа. Вот такое вот кресло у нас получилось. О. Опля. Вот оно вот такое вот все. А это похоже на клубничку. Да. Оно чем-то похоже на клубничку. Опля. Подушечки. Вот такие. Это у нас мы нитки собираем от разных материалов. Да, всевозможные нитки. И вот обшили мы эти подушечки нитками. И вот так вот получилось у нас. Вот. Так. Это наше кресло. Теперь сейчас мы вам покажем диванчик. Опля. Опа. А вот наш диван. Ой, он упал. Вот такой вот у нас диван. Подушечкой. Да. И вот такой вот матрасик такой. Опа. С розочкой. Между прочим, это от зонтика материал. Я собираю старые зонтики. Как Мэри Поппинс. Как Мэри Поппинс. Да. Если мне нравится зонтик, кто-то выбросил зонтик. А если он мне понравился... Я его беру, приношу домой. Обнимаю, целую. И мою. Нет, сначала я его мою. Я сначала снимаю все вот этот материал. Снимаю. А затем я его стираю. Я кидаю его в стиральную машину. Вытаскиваю. И уже можно после этого им пользоваться. Ну, после того, как оно, естественно, просохнет. А между прочим, это очень удобный материал. Из него можно делать и бижутерию,
и разные всевозможные наряды для кукол, потому что он с ним очень удобно работать. А если много, да, тогда можно даже для человека. Конечно, даже костюмы можно делать из этого материала, потому что его не нужно подшивать, а просто этим огнем, да, вот так прожечь края, поджечь эти края, и все. Вот так вот. А еще у него такой блеск. Вот. Так. Что еще мы хотели вам показать? Вот наши картины вот здесь вот такие вот. Но эти картины мы уже не нарисовали. Не, зачем? Надо сказать, что мы нарисовали. Не, ну зачем? Мы их вырезали из журнала. Вот мы собираем все, что нам нравится из журнала, мы вырезаем, и у нас есть для этого отдельная папочка. Дальше переходим в нашу кухню. Какая у нас тут кухня? О. Так, ну-ка, что тут у нас изменилось? Вот наша плита. Опля. Вот она вот такая старинная, сказочная. Чайничек. Опля. Вот такой вот у нас чайничек. С крышечкой такой. Смешной. И я бы хотела из такого пить. Конечно, кто бы не хотел. А тут она будет жарить. Что она там будет жарить? Картошку. Картошку. Масло. Да, жареную картошку. Интересно, вот что феи едят? Они, наверное, цветы какие-то едят. Им, наверное, и не нужны сковородки. Ну, почему? Это даже не сказочно. Если бы фея, я бы все ела. Ну, не то, что все, я бы ела. Так, а там у нас раковина. Но вот в этом месте под раковиной у нас будет еще юбочка. Конечно, юбочка обязательно. Вот так. Еще одна кастрюлька. Опля. Вот такая вот кастрюлька у нас тут. Как божья коровка. Как божья коровка. Вот. И еще вот такая вот. Опля. О. Я. Я. Опа. Опа. И горшок с цветком вот там стоит. А его отсюда не видно. Поэтому я его поближе. Вот такой вот у нас горшочек. С розочками. Ну вот. И вот такой вот домик получился. Так что в следующий раз мы вам покажем, что мы еще дальше сюда будем придумывать. Опа, это мы обратно туда. А еще у нас вот здесь и точечки. А еще у нас вот такие горшки. Да. И еще. И еще вот такой у нас горшок. И еще. Да, вот такой еще у нас тут горшок стоит. Но он будет с наружной части дома стоит. И еще лимонный. Вот. Ну все. А здесь мы уже приготовили лоскутки материалов для нашего кукольного домика. Это будут у нас всевозможные занавеси, какие-то покрывала, вот покрывала здесь еще, такой плед, чтобы она зимой укрывалась, правда? У него еще есть крылышки. Вот. Это, наверное, у нас будет материал. Юбочка под нашу раковину туда вниз пойдет.
Это занавески в кухне. Или занавески в кухне. О, а это у нас еще лимонное дерево такое. Ой, с косичками. С лимончиками. Надо же. Лимоны у нее всегда. Всегда три. Срывает на нос. Она срывает, и у нее сразу вырастает этот новый лимон. Ну вот. Ну хорошо. Пока все. Вот такой вот наш домик. Уютненький. Уютненький. Приходите к нам в гости. Мы вас угостим чаем. Да. Если вам понравилось наше видео и хотите узнать побольше про наш домик и хотите увидеть новые домики и феи, и всякие всевозможные поделки, то подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Ставьте нам лайк. И до следующих встреч. Пока. Пока.